Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор шпателя пластмассового. Он представляет собой удобный и незаменимый инструмент как для приготовления косметологического сырья, мази, кремов, так и для домашнего мыловарения. Многоразовый шпатель поможет равномерно нанести необходимое количество ингредиента на требуемую поверхность. Инструмент используется для нанесения и снятия масок и компрессов с тела и лица. Также говоря о применении данного инструмента, не стоит забывать, что процедура восковой депиляции требует тщательного удаления воска с поверхности тела, в связи с чем шпатель для депиляции будет идеальным помощником в данном процессе. Пластмассовый шпатель изготовлен из прочного гибкого пластика, отлично моется и не требует специального ухода. Используется для работы с пастеризирующими альгинатными масками, для нанесения бальзамовых кремов, для нанесения или снятия воска при депиляции. Шпатель применяется для соблюдения правил гигиены при работе с лицом и кожей постороннего человека, например, в салонах красоты. Применение таково: приготовление масок и мази для тела и лица, нанесение и удаление депилирующих средств, любые процедуры с нанесением сырья на кожу лица. Применяется для смешивания жидких и сухих ингредиентов. Вот так выглядит данный шпатель. Вот такая удобная ручка, она не скользит. Удобные края, которые помогают снять хорошо воск или различные другие средства. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!